Доброе утро! Физкульт-привет! Я после пробежки в Тель-Авиве рано утром. Мы уже месяц едем, летаем по всей Европе. И если бы я не бегал по утрам, то вряд ли бы был здоровым. И тем более способным переносить такие нагрузки, как физические, так и психические. Я считаю, что этот контакт с морем, с природой, даже в городе мы бегали по городам, он очень и очень полезен для здоровья. Я начал бегать с большим перерывом год назад, и сердце начало восстанавливаться, несмотря на то, что я занимался йогой раньше. Все равно статические упражнения одни не дают возможности организму быть здоровым, потому что с возрастом теряется динамическая активность организма, он становится вялым, не имеющим закалки. Вот сейчас я бегаю и считаю, что помолодел. И вам того же желаю.